Борыч продолжает. Добро пожаловать на серию «Сома с русскими». Именно так. Егор мастер. Интересно, кстати, как нас хорошо или плохо слышно, я не знаю. Simon is looking for a shuttle station that can take him to Lambda. Ты уж по-русски скажи это, потому что по-английски все прочитать могут. Саймон, короче, смотрит на станцию, ищет станцию, шаттл-станцию, в которой может доставить его до Лямбды, где Катерина ждет его. Ну да, меня Катерина так ждет на станции Лямбда. Да знают все это, Егор. А им похер, поверь мне. Они играют в покер. Окей. Ты под водой сейчас? Крест, что так долго грузится? Это же Сонька. Чувак, хватит ныть. Нормально грузится. Почему нас никто еще не зажонился смотреть? Нахера надо. Все сомы уже видели в моем прохождении. Ну, так, куда я смотрю? Я, по-моему, сюда шел. Я, чувак, не помню, куда ты шел. Да, я фонарик нашел. Вот там эта хрень красная. Пардонте. Ща. Что это такое? А, это фонари просто. Что это за херь? Где-то монстр, да, рядом? Да вот там вот красная эта хрень. Наверное, на свет надо идти. Да вот здесь вот что-то зелененькое, может, сюда зайти можно. Смотри, что это? Фонарь. Я не могу сюда запрыгнуть, что ли? А что говорить-то? Я просто проверяю. Алло, прием. А. Короче, мы тут ищем. Мы оказались под водой каким-то образом магическим. Теперь мы ищем в этом всем какой-то смысл. Окей, я обратно с вами. А я тебя не слышу, кстати. А ты не будешь меня слышать? Главное, что я себя слышу. О, смотри, за мной пыль остается, я же в воде. Так, смотри, тут еще один фонарь сейчас зажжется. Да. No. Давай, давай. А я когда бегаю, у меня силы кончаются, да? Нет. А может и да. Что это такое? Упсилон Би. Упсилон. Это прикольно. Что это такое? Кто-то зажонился. Это я. Прикольно, он добрый, по-моему. Куда он идет? По-моему, он тупо на тебя смотрит. Нет, он что-то тут тусуется. Так, подожди, вот этот Absalom B. Это что это, бро? Я не знаю. Я тут чипсоидики подогнал. Синглс. А, ты же записываешь это еще все? Да. Ну, это какой записывает ужас. Twitch, а я потом с Twitch экспортирую на YouTube просто. Могу порезать на несколько видосов, сделать пару летсплеев. Ну, в зависимости от того, сколько. Наверное, по 40 минут идеально. Ой, где-то. Смотри, что это такое? Какая-то... Подожди, что тут у тебя тут... Кто-то рядом, что ли, или что? А он теперь за мной летает, что ли? Он да, меня... похоже на то. Что это за штука? Это робот, да? А, вон этот робот опять такой же.
Сходи вон туда, посмотри, что это. Куда, сюда? Ну да. Этот робот вообще там в шоке, по-моему, башкой стучится. Странный. Это что? Фонарики. Короче, видимо, нифига. Ну ладно. Ну, прикольно. Так, у меня топологический кретинизм, я не понимаю, где я. Чувак, ты... Вот здесь ты не был еще. Апсилон опять. А, это другая. Где вход-то куда-нибудь? Не, ну ты идешь сзади. Все куда-то туда, направо, может. Иди куда-нибудь по фонарям. О, туда давай. Или, бля, сюда, что это? Что за херня? Качает что-то. Ты назад идешь, что ли? Да нет. Я иду по пути, как я понимаю, где фонари. Но нет, здесь фонари. Какая-то бодяга. Налево, мне кажется, надо. Короче, куда-то труба идет. Возможно, кстати. Ты здесь не был? Или ты отсюда пришел? Да вроде не был. Хотя, может, вот фонарь же горит, значит, пришел, наверное, отсюда. Да, ты, наверное, был здесь. Да, да, чувак, ты идешь обратно, иди нахер отсюда. Тебе здесь делать нечего. Куда-то туда надо. А, да, вот я пробежал, короче, здесь это Epsilon B. Фонарик еще один. Ну иди прямо. По фонарям тогда. Не знаю, налево, может. Во, вот туда давай, к зеленой фигне. Опять Epsilon B. Во, все, иди сюда, вот по фонарям. Справа посмотри, что там. Не, давай налево, мы уже там были. Во, вот сюда иди. Направо. Нет? Направо. Ты почему сюда? Ты по кругу обратно. Куда? Разве? Не? Может, нет, конечно. Вот там вот есть что-нибудь? Слева, типа. Сюда, да. Есть здесь что-нибудь? Слева. Что тут? А, тут тупик. Ну, значит, да, вот туда, где монстр был, справа, значит, наверное. Фиг знает. Только тут монстр, правда, какой-то гуляет. Его обойти надо, наверное. Ёптель. Но мы здесь не были, я так полагаю. Mm-mm. Я потому что не помню, что мы здесь это... были. А, это же корабль, святые угодники. Да. Забавно. Лодка, типа, не корабль. Для корабля он маловат, по-моему. Нет, что такое? Почему оно светится красным? О, сохранение. О, всё. А я же куда-то правильно идем. Shuttle Station. О. Прикольно. Не хрустит камера. Не хрустит. Ну, ты мне сам чипсон дал. По-моему, тебе дверь открыли. Угу. Вот это умная хрень. Прикольно. Я думаю, наверное, нужно закрыть, чтобы... Ну, это безопаснее. Хотя, прикинь, она всегда закроется, а здесь как бы ничего не сделаешь. Будет эпически. Okay, я думаю, это же как... Эта штука здесь, наверное, должен быть. Они должны откачать воду. Это как гейт, как шлюз. Ну да. Во. То есть это промежуточное состояние между станцией и водой. Да. Но так как здесь так много ракушек, здесь, наверное, никто никогда не тусил. Давно уже. Ну, да, видимо, она похожа на то. Вообще, на самом деле, непонятно, чё где ты находишься. Потому что ты недавно был в Канаде, чувак.
Пипец. Выглядит мрачно. Капсула? Это шаттл стейшн. Прикольно. О, что это? Это реально какая-то лодка. А, это шаттл, собственно. О. Так, да, это. Все по-японски, кстати. А здесь не открыт дверь? Ничего это. Что это такое? Ничего, кстати, рисунок прикольный. А, короче, упала комета Телла с Pacific Ocean. Ничего себе. Так все умерли, что ли? Остались только ты здесь тусят? Я вообще, чувак, не понимаю. Ну там же написано. Бля, так мы же в Канаде вообще были недавно. Не были мы в Канаде. Мы в Канаде спустя начинали. Это will hold emergency meeting with the future of PASA 2 Mankind. Офигеть. Кто это? Не спрашивай. Слушай, я не понимаю, у них такие тут технологии, а такое паршивое видео. Вот что это такое. Это ж канистра. Так значит там, наверное, какой-нибудь генератор? Наверное. Дверь открыть можешь? Нет, дверь не могу открыть. А рычаг тоже нет? Рычаг нет, рычаг говорит на sufficient power. Может тебе эту штуку разделать? Может она дрейнит power? Ой, я, наверное, зря. У меня же были жизни еще. Jesus Christ! What the hell? What's this music? Что это за музыка? Не знаю, а что это было? А, подожди, смотри, сюда можно пройти еще. Туннель. Мейнтенс. Yeah.
У нас музыка на фоне, вообще трэш. Откуда? Они слушают. Нифига себе, смотри, куда я залез. Опять эта слизь везде. Guys, do you need music? Тань, это у вас музыка? А вам она нужна очень? Смотри. Она вам очень нужна? Блин, do you need music? Do you need music? Does it bother you? Yeah, to be honest. Sorry. Смотри. Hey, are you? Don't hurt me. Can I help? Ни хера себе, кто это? Nothing is allowed to die. Nothing is allowed to die. An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters of Holland, tell them I need help. Okay? Amy needs help. Это что? Тебе не кажется, что эта тетка, она все, весь пауэр с собой... Да мне кажется, да, что мне придется опять ее убить, чтобы... Кинь в нее чем-нибудь. Как она отреагирует, чувствует она боль или нет. Кинь в нее этот fire extinguisher. Shit, are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Чувак, я думаю, у тебя нет выбора. Иди-ка ты это. А чё ты делаешь? Обратно иду. Блядь, за хера, у тебя ещё пауэра же нету. Так я же включил пауэр, нет? Да конечно, посмотри на монитор. Safety system. А. Так нравится, как он такой, оу, фак, я только что кого-то убил. Ну, как будто, блин, он кофе себе на штаны пролил. Ну, блин, да. Такое, реально. Такое бывает. Кто, мне кажется, когда кофе проливают, более расстраивается сильнее? Смотря кто. Все люди реагируют по-разному. То, что у тебя электричество есть. Значит, наконец могу свалить с этой планеты. Возможно, может нет. О, что за херня, подожди. Это там уже слушали. А, ты оттуда пришел. О! Неужели мы наконец-то пойдем в Тету? Это прикольно. А мы не хотим сюда зайти? Мы не можем. Падает. Что, больше ничего нет? Что, поехали? Поехали. Прикольно. Нажми что-нибудь. Я все уже нажал, вроде что можно. Ничего ты не нажал, нажми что-нибудь. Ты эту кнопку не можешь нажать? Да нет. На emergency вот это что-то.
Нет. Да. А здесь что? Может тебе, бля, сесть в село? А я могу сесть. А. Красную, наверное, куда я не могу, да? Мне же да. Тету надо. Короче, ты был на Апсилон, да? Апсилон А. Сейчас ты на Б. Так мне, наверное, в Тету нужно. Поехали в Тету. Да, наверное. Смотри, что на мониторах слева справа. Не доехали мы до Тета, а он даже не пристегнулся. Я знаю, мне сейчас придется вот эту штуку дергать. Почему все на по-китайскому опять? По-китайски. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you alright? The system says it's affecting the field for suspected fall breach. No, I'm not alright. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Well, you really are safe, right? Yeah, of course, don't worry. Don't worry about that right now. I realize you would be so close to land that if you just keep going. Can I walk there? Yeah, but the tunnel is locked off to protect the overall structure from collapsing. What you need to find is your section of maintenance hatch. It'll lead outside. No, but that doesn't matter. No problem. So, because you only use these three. I gotta go. You can only use five cards. Out of only the seven cards, you can use five cards. So really, you can use these five cards. And you use these five cards because these are higher than this. Maintenance. So what happens here is, time to lose this money, but you split the rest. А ты амниту не взял или взял, кстати? Ну ты хорошо напомнил. Можно было убежать без амнитула? Ничего себе. А? Ничего себе, что можно убежать без амнитула. Я не знаю, может можно. Прикольно. Прикольно.
давай посмотрим, что там. Сохранение опять. No. Not yet. No. I killed another person. Power. Не понял, у тебя водой что ли сейчас накачать? Угу. То есть ты опять под воду, что ли? Угу. Ты не в Тете, я так полагаю, правильно? Не, я до Тете не доехал. Что это за хрень? Emergency exit, типа. How big? Шутник такой говорит, типа, я найду. Действительно, как насколько большой может быть океан? Смотри. Чё это? Краб? Прикольно. О, смотри, 350 метров. 350 метров что? Будет что-то. Может, это? Надеюсь, что нет. Почему ты надеешься, что нет? Нужно же в тету бежать. Наверное, это что? Лямбда. О. Туда кто-то, какой-то робот, чувак. Ты не видел там красный? Что-то, по-моему, у тебя крышка. Пипец. Ёпта, что это за кусок говна за тобой лежит? А это еще что? Фонарь какой-то. А, ты здесь был. Да, я просто убежал от робота. Ну, он что-то красный был. Ой, как? Что это за глюк? Нихера себе портал. Тебе не кажется, что это глюк? Ну, это похоже на глюк, да. Я согласен. Прикинь, сейчас он опять здесь телепортируется. О, бля. А вот он. Ну тебе надо просто слева или справа мимо него пройти. На корячках, видимо. Потому что он сейчас развернется, и у тебя крышка. Слева вон, видишь, дырка есть.
Нормально. Он смотрит, Саня? Нет, в другую сторону смотрит. Ну, это хорошо. Это что? Что оно такое круглое? Не знаю. Не могу перейти. Что, мне значит сюда тогда только можно? Давай. Это что? База? Лямбда? Прикольно. Все. Ты где? Лямбда. Что за херня? Кто там был? Я не хочу туда идти, мне здесь хорошо. Можешь здесь припарковаться, поспать. Кэтрин? Ты можешь открыть? Be quiet, она говорит. Что? Погодь. Там чё? Бля, чувак. Давай-ка ты нахер драпай отсюда. Так, не смотри туда. Так, спрячься. Все, не шуми. Повернись, блядь. Ты чё в стенку смотришь? Я не хочу, чтобы она меня убила. Ну ты посмотри хоть, что там ходит. Блядь, не шевелись, идиот. Во. Так, подожди, сиди. Чё дальше? Он телепортировался откуда-то? Подожди, он же здесь появился в прошлый раз. Ну да. Сейчас его не появится? Я не знаю, чувак. Ну, там яркий капец. О, подожди, какая-то комната. Справа. Видишь? Там... Вон, зеленая еще. Так, ёма. Давай-ка закроем дверь. Ради надёжности. Really,
can't take any more. This is everything's fucked. I give up. There's nothing left. Calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diamond suit with some electronics left on for good measure. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? Picked it up at Upsilon where I woke up. I don't have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Plug into what? Sure, when the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into it. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll adjust it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this. Chip. Sure, whatever. The Omnitool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omnitool. Big chip. What is a robot chip for the door opener? Вот это, ну что было на столе? Вот это. Слева, блин. Вот чип, чувак, да? Нет, это не чип. Ну хер знает. Может, она у нее там где-то? О, прикольно. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save from, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath. Thanks, I'll unlock the door for you. Check the computer in the other room. 40 more to play. No, 50 more. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, just went into a brain scan, and suddenly, here I am. Подожди, а что она сказала тебе сделать? Пойти в другую комнату, посмотреть файлы. Key файл. What if I tell you it was back in 2015? Бэкапну. Закрой-ка дверь, блин. Тут свет включается вообще, не? Emergency life support. Не похоже на выключатель. Может фонарик, не знаю. А может нет. There's really no way around this. A freaking comet killed the planet. Afraid so. You're all stranded down here. And
We were the lucky ones. Чья-то это? Чё там в окне? Ёпти! Чувак, бля! Старый. Бля, it's back! Тебе надо куда-то идти, чувак. Мне кажется. Если ты будешь стоять, то как бы, блин, мне кажется. Так, ёва. А ты шо? Окей, вроде безопасно. Это что, лифт? Сюда? Нет, туалет. Тебе сюда, наверное, не надо? Прижим? Тут подлечиться можно, если что. Бля, куда тебе идти-то тогда? Шаттл стоишь, она сказала в другую комнату. А сюда ты можешь? Нет. Значит, тебе обратно, видимо, идти надо, там что-то найти, где в стекло ломились. Или что? Или куда? Вот здесь слева, чё? Здесь нихера. Ну, видимо, в этой комнате. Ну, получается, да. А, эта хрень ушла. Так, она говорила, файлы нужны. Какие файлы? Ну, она говорила, что ей нужно что-то от компа. Может, ты фонарем посветишь куда-нибудь? А там вот что свет светился желтый? Вот это, не? Так, бля, закройте! Там эта херня ходит. Или нет? Не, может, нет. Короче, ищи что-нибудь здесь, давай. А может, в той комнате? Не в этой. Подожди, ну ты здесь все же следуй до конца. Ну, здесь нихера нету. Здесь ничего нету. Да вроде нет. Так, что это? Чипсы какие-то. Не, какая-то бодяга. Может, тебе реально назад идти? Назад, а, не... вот в эти, одну из этих комнат. Ну, в любую, наверное. Да, как мы задолбаемся все это слушать. I think it's really important we do this. We're gonna have to do some more. It's nothing bad, but it's time. I think Miles is always building up like that. What are your thoughts? The Ark. It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? Jesus, who are you? It can definitely be done. You already solved the biggest problem. How to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And hope Fi is still operational. Yeah, I think we can do it. Я думаю, не сотрудники, работники. What are your thoughts on the art project? The idea is... just incredible. No. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that?
beyond the basics, beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Why is that? Oh, I'm in this place. Fuck, I didn't see that. I just saw it. It's just from here. I'm so sorry. Что за схема? Как этот арк будет летать? Как ты себя чувствуешь? Какой new condition? Я не знаю. Я не знаю, есть ли у тебя вообще какой-то new condition. No longer strict of humans. Да, я бы лучше был с хьюманом. Accept death. Не, давай поживем. Но ты же не это, не сыкун. Это что? I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Хераси. Там же сказали Pacific Ocean, он, наверное, не улетел, в том-то и прикол. И он, наверное, в Тете. Ну тогда, значит, лямбда? Чувак, по-моему, эта полоска набирается меньше, чем левее ты идешь, не? А-а-а. Ёптеля, это что? И чё? I found it. It's at a site named Tau. Oh, no! It's so close. It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. My fault. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there, and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Omni. We need to find a way out of this. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray the dump pad's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Maybe there's still a working shuttle train that can take us to Theta. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove. Okay, then. I'll just eject for this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. А где? А, на там. Oh, Lord.
Where did you go? I'm waiting. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Ничего, да, у нас чип, кстати, смотри, какой прикольный. Чип видел прикольный. Нам шаттл, что ли, искать? И где? Ну вот. А. Как сюда зайдешь-то? Мрачновато. Погоди, там же была еще вторая комната напротив, которую она открыла. А, так погодь, может вообще на улицу идти? На улицу? Ну как бы, если здесь идти некуда. Ну, может быть. А что вот здесь вот? А, так я вот. Я не знаю. Что это? Storage room, наверное. По крайней мере, похоже на это. Качество. Ну прикольно. Лямбда была, да? Так что, куда сейчас идем? Дальше, наверное. Да, это был новый. Сейчас я приду. Какой-то известный.